Добрый вечер, драгоценные. Рад видеть каждого из вас. И я знаю, что сегодня у нас уже было немало собраний. И кто уже сегодня пережил Божье благословение? Поднимите руку, да? Я знаю, что и сегодня... А кто еще вчера пережил Божье благословение? А кто еще позавчера пережил вечером благословение? А кто завтра хочет пережить благословение? Жадный ты до Божьего благословения. Вы знаете, я знаю, что когда много собраний... Вы очень много уже слышали, поэтому я не буду какие-то делать долгие вступления как-то вот. Я хочу сразу же поделиться тем в этот вечер, что я верю, Господь каждому из вас хочет сказать. И некоторое время назад, давайте откроем второе послание Коринфянам, 3 главу. Некоторое время назад, я помню, читал это место Писания. У вас бывало так, что вот... Проходишь мимо какого-то места каждый день, и вдруг один раз проходишь той же самой дорогой, и вдруг думаешь, вау, а тут оказывается так красиво, а я много раз проходил и не замечал. Было такое, да? Вот у меня было несколько раз. Вот есть места в нашем городе, я все время по нему прохожу, по этим дорожкам, и вот как-то один раз проходил, думаю, вау, тут оказывается такая красота. А я настолько был сконцентрирован на своей там, цели, что я проходил, не замечая. Вы знаете, вот точно так же мы порой, когда читаем Слово Божье, мы по знакомым дорожкам, по знакомым посланиям, по знакомым Евангелиям так проходим как бы цель, да и читать до конца, там, Библию по плану за год, что мы даже порой не замечая саму красоту вот этих стихов Священного Писания. И со мной однажды раз было такое, я как-то читал вот это второе послание Коринфянам, и вдруг некоторые места заставили меня обратить на себя мое внимание. И я хотел бы сегодня этими местами с вами поделиться. И я думаю, что сегодня эти места из Библии откроются также вам по-новому. И давайте откроем второе послание Коринфянам, 3 главу. И прочитаем с 12 стиха. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Вы знаете, очень много в нашей жизни зависит от дерзновения. То есть, когда ты что-то делаешь уверенно, смело, у тебя намного больше шансов в этом достичь успеха, правда же? Чем когда ты робкий, чем когда ты боишься, да? Не случайно очень много книг написано, как иметь уверенность, как иметь смелость. Но, посмотрите, одна вещь. В этом мире тоже люди хотят быть уверенными, хотят быть такими смелыми, хотят быть дерзновенными. Но на чем построена смелость людей этого мира? Как вы считаете? Вот какие варианты есть? Что? Да, самоуверенность, да, то есть они уверены в себе, да, на самоуверенности. Еще какие варианты есть? Да, когда человек богатый, он уверенный, да? Пускай он маленький, толстый, лысый, но если много денег, то ты просто король, правильно? Еще какие варианты? Чё? Власть. Что значит власть? Крыша. Ну да, крыша, да. Когда крыша есть, то уверенный тоже, да. Наглый даже. А на Кавказе, знаете, бывал, мелких пускали задираться, там мелкие задираются там. Кому-то ты скажешь, да ты чё? И тут два шкафа появляются за спиной. Ты чё на маленьких лезешь, да? Вот, когда крыша есть, всегда уверен, даже если ты маленький. Еще какая уверенность? На чем уверенность построена? А? Эгоизм. Ну, так и такое понятие эгоизм. А как на эгоизме основана уверенность? Что? Другим от твоих действий что будет? Ничего. Ничего не будет другим от твоих действий, ты уверен? А, тебе не важно, то есть безразличие. Да, когда тебе плевать на все, тогда ты можешь, ну да, может быть в чем-то, да? Вот. А как вы думаете, вот от того, насколько ты талантливый, есть уверенность? Если ты талантливый музыкант, да? Или там, вот, как правильно говорить, деньги. Или если ты там очень успешный человек, да, ты такой известный приехал, да? Известному человеку, я помню, когда одно время я очень много, в начале 2000-х, когда еще только-только развивалось русское христианское телевидение, и мы с Максимом Максимовым делали конференции, и я куда-то приезжал в новую церковь, и меня...
я там еще никогда не был, но меня там уже видели по телевизору. Я помню, шел по проходу, все говорят, это он живой приехал. И я такой чувствовал себя важным, думаю, да, живой приехал. Поэтому, конечно, когда есть такой успех, когда есть какая-то слава, да, уверен. Ты даже можешь вообще ничего не проповедовать, уже все счастливы. Он к нам приехал, такой великий проповедник, да? Вот. Хорошо, смотрите, от даров, от наших талантов, от нашего успеха, от наших денег есть у людей уверенность, смелость, дерзновение. Здесь, смотрите, апостол Павел пишет о чем-то другом. Да, он говорит о дерзновении, но наша христианская смелость, она построена на чем-то другом. И вот мы с вами поговорим, на чем же она построена. Как же быть смелым? Не просто как человек, а как христианин быть смелым. И вот смотрите, и он дальше говорит, мы действуем с великим дерзновением, имея надежду. Я вам поясню позже, что тут за надежда. А не так, как Моисей. Смотрите, очень интересно. Как правило, в Библии Моисей приводится как пример положительный. Но здесь апостол Павел приводит его как отрицательный пример. И он говорит, смотрите, а не так. То есть мы должны действовать смело, с надеждой, да, имея такую надежду. А не как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, дабы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Что же это за история? Смотрите. Давайте откроем книгу «Исход», 34 главу, где поясняется, что же там такое произошло, почему же Моисей является для нас в чем-то негативным примером. Мы не должны так поступать. И вот смотрите, «Исход», 34 глава, знаменитая история, говорится, 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Очень важно. Слово Божье показывает не только то, что Бог существует, но очень важно. Библия показывает, что мы с этим Богом можем иметь общение, можем иметь взаимоотношения. Верующий человек – это не просто тот, кто считает, что Бог есть. Библия говорит, и бесы веруют, и трепещут. Верующий, по сути, это человек, который должен иметь отношение с Господом. И каждый раз, когда мы соединяемся с Богом, когда мы встречаемся с Богом, что-то в нашей жизни преобразуется, что-то меняется. Там, где была тьма, загорается свет. Вот мы говорили с пастором Алексеем, да, что в жизни христианина, вот раньше пил, приходишь в церковь, Бог наполняет тебя светом, ты радостный, и тебе вина не нужна. Правда же? Ты наполнен благословением, и тебе не нужно вот то, чем ты раньше занимался. То есть встреча с Богом нас преображает. И вот смотрите, его лицо, когда он встречался с Богом на горе, начало сиять, да? 30 стих. «И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет». Можно какой-нибудь брат, а? Какой-нибудь для примера. Ты, Саш, давай. Давай, знаешь что, возьми, подожди, иди сюда. Специально полотенце попросил. Возьми одно полотенце, приходи. Вот смотрите, вот, предположим, давай, ты до встречи с Господом был грустный, давай. Грустный. Ты был грустный, да? Пошел на гору, пережил встречу с Господом, возвращаешься и смотри, и сияешь. И лицо его сияло, смотрите. И боялись подойти к нему. То есть он так сиял, что мы тут все прям боимся, так сияет, что ни на кого не похож. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон, все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синая. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Вот смотрите, его лицо сияло. Так сияло, что просто это приводило людей в шок. Они боялись, он настолько был преображенный, настолько был сияющим, что пугал нас прям своим сиянием. Да? И вот смотрите, он передал народу то, что Бог ему заповедовал. И написано, и когда он перестал говорить, то положил покрывало на лицо свое.
Ну, чтобы не шокировать дальше. Не шокировать дальше. То есть, если, например, ведь тогда же, помните, не было фотографий, не было, ну, не было видео в то время. Давно было, очень давно, прям так давно, что уже не вспомнить, как давно это было, да? Но если вы даже никогда не видели Моисея, вы легко могли его в Израиле отличить. Мужик с покрывалом на голове. Это Моисей. И вот смотрите, и он ходил с покрывалом, да, пока не общался с Господом. И потом полагал покрывало на лицо свое. И вот смотрите, если мы вернемся с вами во второе послание к Коринфянам, я вам прочитаю этот 13 стих 3 главы в современном переводе. «И мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы». И здесь Бог что-то показал апостолу Павлу, что в Ветхом Завете мы об этом так четко не видим, но Павел об этом говорит. И Павел здесь показывает, что слава, которая была на лице Моисея, слава, которая была на лице Моисея, на народ смотри, вот, она была непостоянной, она была приходящей или по-современному временной. И со временем эта слава стала гаснуть, 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 гаснуть. Но Моисей продолжал покрывать лицо свое. Если раньше он покрывал, чтобы не ослеплять людей славой Божьей, то потом он начал полагать на лицо свое покрывало, написано, чтобы люди не видели конец проходящей, или в современном переводе сказано, угасающей славы. То есть, если вначале он покрывал как бы ради безопасности людей, то потом для него это покрывало превратилось в некую маску. И все думали, что лицо Моисея продолжает сиять. Та же самая слава наполняет его. Но все изменилось. И для него уже никакой славы и нужды в этом покрывале не было. Но со стороны выглядело так, словно ничего не изменилось. Спасибо, Саша. Представьте, на первый ряд, я еще потом тебя приглашу. Смотрите, кто из вас когда-нибудь в жизни, это может быть была молодежная конференция, может быть это было собрание в вашей церкви, может быть вообще вы с молодежью собрались там у себя в городе и молились, и вы переживали, словно Бог касается вас. Вот переживали такое, может быть вы плакали, может быть ваше сердце таяло. Я не знаю, как это проявлялось, но вы чувствовали, словно Божья благодать наполняет ваше сердце. Кто когда-нибудь переживал это в своей жизни? А кто из вас это переживал долгое время назад? Давно? Было такое? Или вы все сегодня это пережили? Или вчера пережили? Переживали когда-нибудь давно это, да? Смотрите, как бы Господь не касался вас, какие бы интересные переживания не были, но со временем любые, даже самые сильные переживания начинают гаснуть. И наступает даже такой момент, когда проходит много времени, и ты даже начинаешь думать, это на самом деле было со мной, а может быть, я себе придумал? А может быть, даже мне как бы показалось, что так было, а так уже и на самом деле и не было? То есть, смотрите, слава, она начинает гаснуть. Это как костер. Какое бы сильное, мощное пламя ни горело, но со временем это пламя слабеет и слабеет и слабеет. Некоторые верующие боятся этого. Они думают, как же так? Бог меня так сильно коснулся. Я помню там в 2011 году, когда я приехал там куда-нибудь, может быть, на эту же конференцию, Бог так сильно меня коснулся. А с того момента столько лет уже прошло, и ничего не осталось. Любое Божье прикосновение со временем заканчивается. И послушайте, в этом нет никакой проблемы. Проблема в другом. Что мы с вами делаем, когда видим, что слава Божья, Его милость, Его благодать, Его наполнение, Его сияние начинает гаснуть в нашей жизни. И тут есть два выбора. Первый выбор – это тот, как поступил Моисей. Он положил на лицо свое покрывало
и стал делать вид, что ничего не изменилось, что все точно так же, и его лицо сияет, и он пытался людям показаться так же наполненным Божьим присутствием. Хотя, Павел говорит, этого уже не было, там уже все закончилось. И вы знаете, я очень люблю изучать историю церкви. Я очень люблю изучать историю разных движений Божьих, разных пробуждений Божьих. И, к сожалению, движения Божьи часто начинались, были подъемы, были интересные переживания, а потом постепенно они начинали сходить на нет. А люди часто делали вид, что как бы ничего не изменилось. Они надевали на себя такие маски и делали вид, что все хорошо, что все нормально. Уходила честность. А там, где уходит честность, там уходит Божья благодать, уходит Божье присутствие. И вот если вы представьте себе, Саш, можно еще, да? Можно еще, вот, возьми вот пару братьев, да? Вот представьте себе, вот поднимись. Леш, можно тоже? Дай, еще кто-нибудь, придите. Аккуратно, аккуратно, драгоценный. Не поубивайся, тебе еще домой ехать. Вот. И вот смотрите. И вот приходит такой, да, Библия говорит, нас наполняет первая любовь, наполняет благодать, да, и мы сияем, давайте, и мы сияем, да, и в церкви хорошо, и рад. Вот у вас бывало такое, когда вот все наполнены Богом, даже говорить ничего не надо, все и так классно. Когда Божье присутствие, да, там даже каких-то мощных проповедей не надо, нужно просто вот петь Господу, и все отлично. Но, когда это постепенно уходит. А люди делают вид, что словно ничего не изменилось. Надевайте, братья, покрывало. Смотрите. Вот смотрите, церковное собрание собирается. И вот мы приходим. И у нас, послушайте, и у нас есть куча разных масок. Куча разных масок. Есть маска, вот, кто такой проповедник пробуждения? Проповедник пробуждения – это тот, кто должен все время бегать по сцене и махать руками. Вот, ну, вот такое было. Вот такая у нас маска. Если ты не бегаешь, не машешь руками, ты какой-то, ты Господа, что ли, не любишь или что? Вот. Поэтому часто люди как-то махали руками и бегали, ну, потому что надо было, потому что я же проповедник пробуждения. Как мне руками не махать, да? У нас есть молитвенники такие люди, молитвенники. Если они молитвенники, то у нас по нашим пониманиям, они должны быть такие охрипшие, они все время орут Господу, правильно же, да? И у них вот голоса нету. И может быть, на самом деле, этот человек уже давно не молится, но он все из себя изображает такого молитвенника, да? Много у нас там человек веры, который все, аллилуйя, все слава Господу. Человек пробуждения, который, вау, очень активный. И вот мы встречаемся. Каждый надевает на себя маски, да? Вот. И делает вид, что все хорошо, что все нормально, что тот огонь тебя Бог коснулся в 2011 году, до сих пор полыхает, прямо у тебя там внутри все. Прямо аж мочи нет, да? И ты делаешь вид, что все, там встречаешься, там прошлый раз виделись на прошлой конференции год назад, да? Съехались, о, привет, как все? О, слава Богу. У тебя, может, там вообще уж все не слава Богу. Может, ты уже там два раза развелся за этот год, да? Но никто не знает там, вот, и ты делаешь, да, все, слава Господу, все хорошо. И мы таким образом встречаемся. Часто такие улыбки у всех такие, о, все, слава Господу, все хорошо. Но, смотрите, эти покрывала делают нас какими? Слепыми. Мы ничего не видим. И это ослепляет нас. Мы не замечаем друг друга, и поэтому то, что происходит между нами, оно может выглядеть суперски. К тому же современные средства, они дают нам хороший свет, дают нам дым. Понимаешь, как один мне пастор говорит, мы так хорошо конференцию подготовили, если даже Дух Божий не наполнит нас, все равно все счастливы будут. Вот. Так все хорошо, такие потрясающие спикеры, такое все, да? И мы встречаемся, мы хорошо, да, братья, встречаемся. Встречаемся, да? Поэтому смотрите, поскольку мы слепые, то мы не видим друг друга, ведь слепой же не видит ничего. Мы наносим невольно друг другу раны, правда же, да? Мы невольно травмируем друг друга, потому что мы не замечаем друг друга. Мы же ведь в масках все вокруг, да? Не замечаем друг друга. И более того, послушайте,
О каком дерзновении, о какой смелости может идти речь? Ведь ты же боишься, что кто-нибудь ненароком зацепит твою маску, и все увидят тебя настоящего, да? А у тебя все, брат, у тебя не слава Богу все. Все увидят тебя настоящего, а ты всеми силами скрываешь это. Поэтому ты никакой не смелый. Ты боишься, что кто-то лишит тебя маски, что кто-то сорвет твое покрывало. Поэтому ты полон не радости и не дерзновения. Ты полон страха, ты полон вот этой наигранности всевозможной. И вот получается, знаете, как вот мы, как вот если сравнить вот церковь с таким бильярдом, как шары, когда вот пух, высыпают туда, да, пух, разбиваются шары. Эти шары такие дын-дын-дын-дын-дын. Как дела? Слава Богу, как дела? Аллилуйя, аллилуйя. И потом по лузам, да? Кто в Садку, кто в Челябинск, кто там. Я тебя в Нижний Тагил имею в виду. В Нижний Тагил уезжает или еще куда-то. Все разошлись, все разъехались, да? Все, слава Богу, дома там снял покрывал. Слава Богу, никто ничего не заметил. Все, у нас тут огонь горит прям вовсю, да? Вот. И вот такое происходит, да? Что это напоминает? А? Лицемерие. Напоминает театр. Вы знаете, очень интересный такой случай. В начале 20 века была такая мега знаменитая актриса Сара Бернар. Вот. Не знаю, вот это, наверное, как сейчас Дудь. Она была такой же популярной в то время. Так вот, один проповедник все время, во время проповеди ее обличал. Известный проповедник, не буду говорить его имя. Все время ее обличал в своих проповедях. И все время про ней прохаживался по этой актрисе Сара Бернар. И Сара Бернар однажды решила написать ему письмо. И она ему написала такое письмо. Говорит, вот дорогой преподобный, такой-то, такой-то. Ну зачем вы меня касаетесь в каждой проповеди, говорит. И в конце она такую вещь написала. Мы, актеры, должны жить дружно. Послушайте, когда люди приходят к нам из мира, они могут совершенно не знать Библию, они могут совершенно не понимать, что такое молиться, но они отлично разбираются в лицемерии. И они, находясь в церкви, четко чувствуют, что же здесь происходит. И когда есть ощущение чего-то ненастоящего, когда есть ощущение какой-то наигранности, у них пропадает всякое доверие к тому, о чем мы проповедуем и вообще, что здесь происходит. Аминь? Правда же, драгоценные? И апостол Павел заметил что-то, что происходило в церкви первого столетия. Мы иногда, знаете, пытаемся идеализировать. О, братья, вы все стоите здесь, да? Давайте поаплодируем. Спасибо. Присядьте. Смотрите, мы иногда идеализируем церковь первого века. Нам кажется, что все проблемы только у нас, а те просто были вот такие, знаешь, над землей ходили и молились так, что Бог их наполнял, и Библия им открывалась прямо удивительным образом. Все те же самые проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся, сталкивались и они. И апостол Павел почувствовал, что что-то стало происходить наигранное у первых христиан. Что-то не то. И он им поэтому и писал, говорит, драгоценные, мы не должны быть как Моисей, который полагал покрывало, чтобы люди Израиля не видели, что слава-то Божья закончилась. Мы не должны быть такими же. И вы знаете, не только апостол Павел сталкивался с этой проблемой, Иисус сталкивался с такой же проблемой. Вот смотрите, если мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, вот удивительным образом, смотрите, Иисус, его называли друг мытарей и блудниц. Он был у мытарей, он общался с разными людьми, с которыми большинство религиозных деятелей того времени вообще не общались. Но была одна категория людей, с которыми Иисус был строже всех. Это были фарисеи. И вот смотрите, Матфей 23 глава, 1 стих. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и
фарисеи. Вот когда мы говорим сегодня слово фарисеи, само слово фарисей с чем у нас ассоциируется? Что? Лукавство, да. Что еще? Лицемерие, да? Что еще? Да, наигранность, религиозность, согласен, да? А вы знаете, что вообще само по себе означает слово фарисей? А? Че? Не слышу. Законничество? Нет. Фарисей в переводе дословно означает избранный. Вообще фарисеи появились в 3 веке до Христа. Александр Македонский тогда завоевывал весь мир и в том числе завоевал Израиль. Когда греки завоевывали мир, они не просто брали политическую власть, они стремились навязать свою культуру, свою идеологию, свою религию. И в Израиле стали проникать многобожие, греческие всякие мифы всевозможные. И вот именно тогда возникло движение фарисеев, которые говорили: нам не нужно идти вслед других богов, нам не нужно перенимать языческих идолов, мы должны быть верны Слову Божьему, мы должны быть верны нашему Богу, Творцу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. На самом деле в их сердцах в то время был огонь, они реально горели Господом, они реально призывали людей не идти языческими путями, а служить Царю Царей, служить Творцу. И за 3 века все изменилось. И те люди, которые так страстно горели, которые были так наполнены огнем Духа Святого, превратились в то, что мы сегодня называем лицемерие, религиозники. И вот смотрите, Иисус им говорит, итак, своим ученикам говорит Иисус: «Все, что они, фарисеи, велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Смотри, Иисус не называет их еретиками. Они хорошо говорили, они правильно говорили. Он говорит, они правильно говорят, но по делам их не поступают, потому что они говорят одно, а делают совершенно другое. Что же произошло? У людей осталась маска. Мы избранные. Мы служим великому Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но это лишь была маска. Внутри никакого огня уже не было, никакой славы уже не было. То есть они играли. И поэтому, смотрите, Иисус и говорит, что не поступайте по их делам. И дальше он продолжает, смотрите, 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара и верблюда поглощающие». Мы говорили, что покрывало делает с человеком? Ослепляет, он не видит ничего. Фарисейство, оно всегда слепое. Почему? Да в покрывале, потому что. Вожди слепые, верблюда, отцеживающие комара, верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. И вот посмотрите, Иисус всегда предупреждал своих учеников: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Мы в церкви очень почему-то боимся ереси. Лишь бы нам какое-то чуждое учение не проникло, какой-нибудь еретический взгляд не проник. Обычно ересь – это то, что учат в другой церкви, потому что у нас-то все правильно, там сплошная ересь. И вот мы стоим и защищаем свои доктрины от всяких доктрин. Так вот, Иисус, послушайте, я не говорю, что мы должны верить всякой ереси, нет. Но Иисус больше всего предупреждал нас не ереси даже беречься,
о лицемерии. То есть можно правильно думать, правильно верить, иметь правильные доктрины, прекрасную в церкви библейскую школу, но при этом совершенно жить другой жизнью. Потому что одно дело красиво говорить, а совсем другое дело красиво жить. За все вот эти века христианства сегодня в наших церквах огромное количество прекрасных ораторов, известнейших проповедников. Но мы постоянно слышим за все последние годы: «Вау! Про того проповедника изобличения, того убрали со служения, а этого вообще в тюрьму посадили за приставание к прихожанкам». Слышите, эти все вещи происходят? И у нас кажется: как же так? Этот человек так прекрасно говорил. У него были такие огненные, правильные, зажигательные проповеди. Так ведь Иисус все время именно об этом и предупреждал. О фарисействе, об опасности закваски фарисейской. Маленькая закваска проникает в большое тесто и полностью меняет всю природу. Маленькое лицемерие попадает в хорошие большие общины. И смотришь, начинается какой-то внутренний процесс брожения, когда внешне вроде бы все хорошо, все прекрасно. Но сущность меняется, потому что, может быть, фантик-то остается тот же самый. Покрывало, чтобы тут не ослеплять славы Божьей никого. Но ни о какой славе Божьей уже не идет речь. Вы знаете, драгоценное, Слово Божье всегда ставит основной акцент на внутреннем. Даже Иисус здесь сравнил внешнее с комаром, внутреннее с верблюдом. И он говорит, очень важно прежде всего обращать внимание на внутренние вещи. Есть некоторые проповедники, их сегодня немало, которые кричат: «О, зачем у нас в церкви музыка? Зачем так и барабаны? Зачем свет? Не нужно ничего, надо Бога искать». Вы знаете, не нужно противопоставлять верблюда и комара. Не нужно противопоставлять славу Божью и Божье присутствие и какие-то внешние вещи. Хорошо, когда в церкви все здорово организовано, правда же? Когда хороший зал, это хорошо или плохо? Вот вам удобно сидеть? Ну, хорошо. А когда вот я был в одной церкви, там на лавках деревянных, там посидишь полчаса, и уже нехорошо. Хорошо сидеть на мягком? Хорошо. Хорошо, когда кондиционеры в зале. Особенно лето. Конечно, хорошо. Хорошо, когда свободно дышится и не душно. Хорошо, когда музыка красивая в церкви, когда прославление не фальшиво играет. Хорошо? Хорошо, конечно. Что плохого-то в этом? Проблема не в этом совсем. Не нужно противопоставлять профессионализм, красивую организацию церкви. Не нужно. Иисус не говорил, что это плохо. Иисус говорил, что это не главное. Это хорошо. Это не главное. Главное – суть церкви, суть народа Божьего. Это то единение, когда мы не просто слушаем красивые проповеди, мы воплощаем эти проповеди в своей жизни, когда слово становится плотью. Когда мы не просто говорим прекрасно о Боге, но у нас есть та самая тайная комната, о которой он говорил в Нагорной проповеди, куда мы уходим и общаемся один на один с Отцом явно. И Отец наш Небесный, видящий тайное, воздает явно. Хорошо, когда это должно быть главной вещью в нашей жизни. Но, к сожалению, всегда есть такая опасность, когда внешнее остается, а содержание уходит. Внутреннее уходит. Люди выгорают, люди перегорают, но делают вид, что все хорошо, все нормально. Это путь Моисея. Но есть другой путь. Послушайте, я еще раз повторю. Не страшно, когда слава Божья угасает внутри тебя. Страшно, если ты выбираешь путь Моисея. Потому что есть другой путь. И об этом апостол Павел и говорит в своем послании к Коринфянам, обращаясь к церкви. Тут видно, что-то заметил. Давайте еще раз откроем 2 Коринфянам, 3 главу, да, и прочитаем это место Писания. «А не так, как Моисей», 13 стих, «который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы
не взирали на конец приходящего. Но, смотрите дальше, что он пишет. «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Мы очень много говорим о Библии, о важности изучать Библию, о важности исследовать Священное Писание. Но есть одна вещь. Если мы просто читаем Библию, но у нас нет личных отношений с Богом, то эта Библия для нас не более, чем книга. Интересная, может, в чем-то, мудрая в чем-то, но просто обычная книга. Но если у нас есть отношение со Христом, то словно покрывало снимается с нашего лица. То есть, когда нет отношений с Богом, ты читаешь Библию, да, вот у тебя есть книга, ну что, буквы, страницы, не более. Но когда есть отношения с Богом, ты вдруг покрывало снимается, и ты начинаешь видеть то, чего никогда не видел раньше. Смотрите. «До ныне», 15 стих, «когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Сегодня, в отличие от Моисея, нет покрывала на наших лицах. На чем может быть сегодня покрывало? На сердце. Когда словно грань на твоем сердце, какой-то барьер между тобой и Создателем. И запомните, ничто, ни церковная работа, ни поездки на конференции, ничто не снимает это покрывало, ни труд христианский, потому что оно снимается не работой, даже в церкви. Оно снимается кем? Павел говорит, Христом. Только отношение с Богом может убрать это покрывало. И дальше знаменитый стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода». Вы знаете, мы очень часто любим вырывать стих из контекста и придавать ему любое желаемое нам значение. Я сколько раз слышал, когда там лидер прославления выходит, «Господь есть Дух, где Дух Господен, там свобода, будем радоваться, веселиться». Я не против того, чтобы мы во время прославления радовались, веселились, танцевали и аплодировали. Только этот стих совсем не об этом. Он о том, о чем Павел пишет выше, о покрывале, о Моисее. И он говорит, Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. О какой свободе пишет апостол Павел? О свободе от покрывала, о свободе от лицемерия, от наигранной религиозности, от внешнего бессильного христианства, о котором он говорит, что имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся. И дальше, последний стих этой главы, апостол Павел заканчивает такими словами. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». И он говорит, это реально. Жить не во всеугасающей славе, а во всевозрастающей славе. Но это как костер. Чтобы он не гас, нужно что делать? Подкладывать новые дрова, новые ветки в костер. Точно и так же, послушайте, какие бы интересные духовные переживания у тебя не были 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, со временем любое, даже самое сильное переживание гаснет. Чтобы оно не гасло, ты должен, Павел говорит, приходить к Господу, как к зеркалу. Ну, ты знаешь, что интересно? Обычно мы приходим к зеркалу, да? А тут зеркало должно приходить к Господу, чтобы отражать в себе славу Господню. И послушайте, чтобы отражать в себе славу Господню, нужно постоянно приходить к Богу. У вас когда-нибудь бывало так? Вот, например, ты подошел к зеркалу? Вы к зеркалу подходили когда-нибудь? Несколько девушек подняли руки.
Подходишь к зеркалу, посмотрелся в него, ушел, и еще 5 минут твое изображение в этом зеркале показывается. Бывает так? Нет. Ушел от зеркала, исчезло изображение. Когда мы перестаем общаться с Богом, мы теряем Его образ в нашей жизни. Поэтому апостол Павел говорит о непрестанной молитве. Не как обряд и не как ритуал, а как постоянный контакт с Богом, где бы ты ни был, в поездке, на конференции, во время учебы, на работе, где бы ты ни находился, ты всегда можешь быть в единении с Ним, в контакте с Ним. Вы знаете, в этом году будет 28 лет в конце года, как я служу пастором церкви. Я начал служить пастором, когда мне было 19 лет. Я в 19 лет сделал 2 важных дела в своей жизни. Я женился, и мы начали собираться вместе. 5 человек, 5 студентов, у нас началась церковь. На меня многие смотрели и говорили: слушай, тебе 19 лет, за что ты взялся? Ранние браки не крепкие, а твое служение вообще не имеет будущего, потому что к тому моменту я был всего 2 года как христианин. Я в 17 лет покаялся, в 19 лет стал пастором. И все мне говорили: у тебя семья развалится и церковь развалится. Так вот, нет, им уже 28 лет я женат и не развелся, слава Господу, и я пастор церкви, и ничего не изменилось. И послушайте, спустя какое-то время мы служили, церковь набирала вес, авторитет, росла, слава Богу. И наступил момент в моей жизни, когда я вдруг почувствовал себя, знаете, кем? Я вдруг почувствовал себя таким профессиональным проповедником. Я много ездил на разных конференциях, проводил какие-то семинары, поездки. Не только по России, за границей, в другие страны. Чувствовал себя очень значимым во Христе Иисусе, очень важным. И я помню, однажды была такая конференция в другой стране вообще. Я помню, я утром проснулся, и я вдруг понял, что я не понимаю, в какой стране я нахожусь. Конференция еще не началась, или она уже закончилась, и мне надо уезжать. Я вдруг понял, что я превратился в такую проповедническую машину, которая много говорит о Боге, но реально давно уже не переживает никакого единения с Богом. И когда я это пережил, когда я это почувствовал внутри себя, я приехал домой, я сказал тогда своей жене: Диана, я вдруг чувствую себя, что я что-то делаю, веду служение, много проповедую, а внутри у меня, как пел Макаревич, ни слов, ни музыки, ни сил, я чувствую себя пустым. И для меня Господь — это просто тема моих очередных посланий. Я тогда принял, помню, решение. Это была осень 2013 года. Сколько уже? 6 лет назад. Я говорю: Диана, говорю, знаешь что? Отвези меня подальше и оставь меня одного с Библией. Мы сели в машину, жена у меня увезла одно место здесь, далеко от Екатеринбурга. Там было, это было хорошее время, было теплое время. Никого практически не было. У меня была еда. Я ничего с собой не взял. Я оставил ей компьютер, я оставил ей все свои гаджеты, свои телефоны. Я взял только Библию. Я даже конспекты с собой никакие там не взял, потому что я туда поехал не новые проповеди получать, не новые откровения. У меня этих новых откровений и проповедей и так было достаточно. Я вдруг почувствовал, что я потерял контакт с тем, кто дает эти откровения. То есть я как бы Божье имею, но одно дело иметь Божье, а другое дело переживать общение с Богом. И она меня оставила, и я говорю: Диан, приезжай через 10 дней. И уехала. Когда она уехала, я помню, я так даже заволновался, думал, если что-то с ней случится, меня никто больше не найдет. Телефона у меня нет. Ничего у меня нет, ничего у меня не осталось.
до города я не знаю, сколько мне идти и идти, да я и не знаю, куда идти, потому что я уже так привык пользоваться картами на телефоне, что уже даже я по городу езжу уже все время с картами, да, чтобы пробки объезжать тут везде, да. Вот, я остался с Библией, было хорошо, у меня была еда, у меня была Библия. Я думал, ну все, остался один на природе, буду искать лица Божьего. И я даже себе представить не мог, как сильно я подсажен на иглу информации. Меня первые дня 2-3 просто корежило всего. Я вдруг понял, что мне нужно посмотреть, а что там в Фейсбуке творится? Что в христианском мире делается? А как там молодежь ВКонтакте? А на Ютубе что там? Новые проповеди, может, какие-то вышли? У меня ничего нету. Что происходит в христианском мире, я не знаю. Ничего не ведаю. И меня первые дни просто, знаете, корежило. И только через несколько дней я вдруг почувствовал, что одно дело, когда вокруг тебя красота и тишина, а совсем другое дело, когда внутри тебя красота и тишина. Можно оказаться в тихом, прекрасном месте, а внутри тебя постоянный шум, мысли, заботы, переживания, суета. И прошло несколько дней, пока я вдруг почувствовал изменения. Мне тогда открылось одно место Священное Писание. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я раньше думал, что здесь говорится о святости. Святость очень важна. Без святости никто не видит Господа. Но я увидел, что здесь о чем-то другом говорится. Это, знаете, вот все равно, что вот если летом придете на водоем, вот, например, у нас вот какие? Челябинские озера, например, да, красивые там, помню. Вот приходишь утром на Челябинские озера, подошел утром к берегу, утром, рано-рано утром, и там такая вода, вот там вот у Вильды или еще что-то такое, что несколько метров дно видно. Видели когда-то такое? Но если на то же самое место приходишь днем, когда там купались уже все там куча детей и взрослых, то же самое место, но настолько вода там взбудоражена, там ил поднят, песок поднят со дна, то же самое место дна не видно. Чтобы видно было дно, необходимо, чтобы это отстоялось, чтобы весь ил, тина, весь этот песок осели на дно. Необходимо время для того, чтобы пережить единение с Господом. Мы хотим часто по-быстрому, нам нужно быстро. Но Библия говорит: остановись и познай, что я Бог. Необходима вот эта остановка. И когда вот я сделал эту остановку, некоторое время вот все внутри меня еще вот так вот было, пока не осело. И потом наступило такое состояние прозрачности внутри себя. И я, наконец, пережил то, чего уже не переживал долгое-долгое время. Я не буду об этом рассказывать, потому что у каждого из нас должны быть свои духовные переживания. Но эти духовные переживания должны быть обязательно. И с того времени я в своей жизни принял решение, что я должен регулярно, помимо собраний, помимо служений, помимо поездок, помимо проповедей, уделять время, когда я нахожусь с Ним, чтобы я не просто говорил о ком-то, с кем давно уже не общался, но чтобы я мог говорить о своем друге, о ком-то, кого я близко знаю, общение с которым я переживаю. Когда ты приходишь к Нему, и новая слава наполняет тебя, новая милость, новая благодать. Послушайте, это кажется очень простые вещи. Но я видел столько падений среди пасторов, среди служителей, среди христиан из-за того, что они такие простые вещи не исполняли в своей жизни. Мы должны не просто много говорить о Нем. Мы должны переживать Его, когда мы приходим к Нему. И знаете, мы снимаем с себя всякие покрывала. Иногда нам люди столько покрывал, потому что у меня сейчас столько всяких в жизни покрывал. Я и епископ, я и полномочный представитель начальствующего епископа в Свердловской области по Росхве. Я и старший пастор церкви. Кем я только не являюсь.
Но когда ты приходишь к Богу, Бог не общается с епископами, Бог не общается с полномочными представителями. Библия говорит, не будешь как ребенок, не увидишь Царства Небесного. Когда приходишь к Нему, снимаешь с себя все свои покрывала, все свои погоны, все свои регалии, снимаешь с себя все это внешнее, и ты вдруг понимаешь, внутри ты точно такой же ребенок, как и был, когда пришел к Господу, как и был много лет назад, когда впервые принял Его в свое сердце, уверовал и встал на путь Иисуса Христа. Вы знаете, это такое состояние фантастическое. Я долгое время думал, что Бога могут переживать только особенные люди. А потом я понял, нет, это может пережить каждый. И более того, без этого не может быть настоящей веры, не может быть настоящего христианства. Потому что, с одной стороны, я еще раз говорю, нельзя противопоставлять внешнее, как некоторые проповедники делают, и внутреннее. Свет, хороший звук, профессиональная команда, они не мешают нам Бога познавать на самом деле-то. А? Но помимо всего этого, помимо работы, помимо миссии, помимо хороших залов, помимо кондиционеров, света, проекторов, там, барабанных установок, за этим всем что-то должно быть внутреннее, должна быть жизнь, иначе это может превратиться в покрывало, за которым скрывается пустота. И весь вопрос в том, дорогой, как насчет тебя? Как это происходит в твоей жизни? Знаете, можно на проект, покажите картинку скинии. В Ветхом Завете говорится, что Бог заповедовал Моисею построить скинию. И вот смотрите, в скинии был двор, на нем был жертвенник, дальше была вот эта палатка, специально сделанная из тканей, и в этой палатке было место, которое называлось «Святое», да? Там был золотой жертвенник, там был семисвечник, там был стол с хлебами предложения. И дальше за завесой было святое святых. И в этом святом святых находился ковчег завета. Я специально попросил, чтобы принесли изображение ковчега. Братья, можно принести сюда ковчег? Есть они, да? Мы ничего тут, знаете, не репетировали. Давайте сделаем так. Кто у нас играет за синтезатором? Свет, пожалуйста, пройди. Давайте сделаем так. Сыграй какую-нибудь такую величественную музыку. Величественную музыку. Не «Звездные войны», что-нибудь такое. «Звездные войны» у нас прославились в России последние дни. Вот. И под величественную музыку мы занесем изображение ковчега. Братья, можете заходить. И вот смотрите, священники несли ковчег завета, который был из дерева сетим, обложенный золотом. Да, можно прямо на сцену занести. Поставьте. Молодцы. Красавцы. Спасибо. Смотрите, ковчег завета был немножко больше. Он там был 1,20 м, высота 75 сантиметров. Сверху, так тихонечко фоном играй, а? Сверху были два херувима. Что интересно, что когда подсчитали, в принципе, размер крыльев херувимов был таким, что ковчег, не знаю, как бы он поместился в этом святом святых. Поэтому многие иудейские богословы считают, что во святом святых даже пространство было трансформировано. Там была слава Божья. И именно там, вот во святом святых, был ковчег. В ковчеге, там есть одна схема, что находилась внутри ковчега. Алис, включи. В ковчеге находилось три вещи. Там был сосуд с манной, которую народ израильский впитывал в себя,
когда шел в обетованную землю. Там были скрижали каменные с 10 заповедями. И там был рассветший жезл Ааронов. И все это, в принципе, указывало на Иисуса Христа. Иисус – это хлеб жизни, которым мы питаемся каждый день. Иисус – это закон, но который сегодня записан не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях нашего сердца, внутри нас. И Он расцвел, воскрес из мертвых. Все это находилось там, внутри Ковчега Завета. Дальше, смотрите, никто этот Ковчег Завета видеть не мог. Почему? Потому что там была завеса. Братья, занесите завесу, ширму такую сделаем. Потому что не только касаться его никто не мог, кроме священников, которые несли. Его даже видеть не могли. И вот он, смотрите, был там за завесой. И раз в год, в день искупления, в Йом-Кипур, первосвященник, после того, как долго и специально готовился, раз в год мог идти туда, за завесу. И там, за завесой, он окроплял крышку ковчега кровью жертвенного животного, и слава Божья сходила туда. Люди этого не видели. Они ожидали, когда к ним придет первосвященник. И вот первосвященник приходил, и все смотрели на него, что Бог открыл нового, что Бог нам сказал, что Бог нам показал. И вот он делился откровениями Господними. Ковчег Завета символизировал Божье присутствие, общение человека с Богом, наполнение славой Божьей. И вы знаете, когда Вавилон напал на Израиль, в одной из неканонических книг, во второй книге Макиавейской, да, Ветхого Завета говорится, это предание древнее, что пророк, это было за 6 веков до Иисуса Христа, пророк Иеремия, чтобы язычники не захватили ковчег, взял его и унес из Иерусалима. Да, братья, можете унести ковчег и спрячьте его. И он там спрятал в пещере одной из гор, чтобы, когда Вавилон во главе с Навуходоносором, завоевавший Израиль, ворвался в храм, они не осквернили ковчег, они его спрятали, чтобы язычники не осквернили самое святое, что было у Израиля, что символизировало Божье присутствие и Божью славу. Прошло время, и люди потеряли место, где был спрятан ковчег. Сегодня есть разные версии, где ковчег находится. Кто-то считает, что его спрятали в храмовой горе, и он там где-то спрятан. Кто-то считает, что его спрятали в горе Голгофе, и он там где-то до поры до времени спрячен. В Эфиопии, может быть, вы слышали, есть церковь, где считают, что именно там у них спрятан ковчег Завета. Есть даже такие теории, может быть, вы смотрели фильм «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега», что вообще где-то в Египте там спрятан, в тайных катакомбах, в пирамидах спрятан ковчег Завета. Но все дело в том, что когда Иисус Христос пришел на эту землю. Можно ли изображение храма сделать, да? Был храм. В храме, который был построен уже взамен скинии, было святилище и было святое святых. Святое святых отделяло завеса. Но за завесой ничего не было. Никакого ковчега.
Но служение проходило точно так же, как и раньше. Словно ничего не изменилось. Священники ходили с кадилами. Кровь приносили в жертву агнцев. Все делали вид, словно ничего не изменилось. Хотя святое святых было уже 6 веков, как пусто. Вы знаете, я однажды, когда размышлял об этом, я думаю, знаете, как это напоминает порой игры вокруг пустоты, когда все делают вид, что все нормально, а на самом деле там пусто. Когда мы делаем вид, что все хорошо, все слава Господу, и Бог так же действует, а на самом деле у тебя внутри давным-давно уже пустота. И общение с Богом стали просто словами. Может быть, хорошими словами, может быть, правильными словами, но пустыми, потому что за этими словами давно не стоят дела. Я иногда общаюсь с молодыми христианами, которые очень разочарованы. Я говорю, а почему вы такие разочарованы? Они говорят, пастор, знаешь, мы выросли в христианской семье. Когда в церкви семья вела себя так, а дома иначе. И это получалась такая наигранность. Но послушайте, я вам хочу сказать. Наша вера, при всем уважении к нашим родителям, к служителям, все-таки она должна зиждеться не на людях, а на Боге. Если ты видел пустоту в чьих-то других служениях или в каких-то людях, каких-то верующих, тебе открывались какие-то моменты, послушай, это не означает, что Бог не может иметь с тобой личных отношений и общений. Можно просто критиковать всех, как некоторые делают, а можно наполняться лично Его огнем и Его присутствием. Сегодня, когда, к сожалению, раскрывается пустота многих известных служений, многих известных служителей, столько разочарованных верующих, столько разочарованных христиан, которые говорят, ну как же так, ну почему же так произошло? Ну как почему? Берегитесь закваски фарисейской. Она действует, она работает. Но послушайте, фарисейство не должно у нас, лично у нас, красть жажду познания Господа и переживания Бога. То, что ты вдруг видишь какие-то разоблачения, а сегодня благодаря интернету много всякой негативной информации можно прочитать, увидеть, услышать, но это не означает, что нет настоящего. Это не означает, что ты лично не можешь иметь общение с Ним. Поэтому, драгоценное, когда, помните, Иисус Христос висел на Голгофском кресте, происходило несколько знамений. И одно из знамений, помните, завеса разорвалась, причем сверху донизу, не от людей, а с небес. И все могли увидеть, что святое святых пусто. Иисус Христос разоблачает всякую пустоту фарисейскую, всякое лицемерие, всякую наигранность, но не для того просто, чтобы посмеяться над нами, а чтобы показать нам, есть настоящее, есть подлинное, есть истинное. И ты можешь идти в Его присутствие и переживать Его милость, переживать Его благодать, переживать Его любовь. И это важно делать постоянно и регулярно, чтобы ты двигался из славы в славу, как от Господня Духа. Мне некоторые пасторы говорят, Виктор говорит, ты иногда в проповеди такие вещи рассказываешь о себе, зачем ты говоришь о себе такие вещи? Да потому что я не боюсь быть настоящим. Я не боюсь быть таким, каков я есть. Да, я человек, у меня есть все ошибки, у меня есть вещи, за которые мне в жизни стыдно,
у меня есть вещи, за которые я каялся перед Богом. Но помимо всего этого, я так рад, что мое сердце продолжает гореть для Него. И я служу не просто потому, что вот уже 28 я лет служу, и надо мне как-то до пенсии все-таки дослужить. Я служу потому, что я Его люблю. Я служу потому, что я переживаю с Ним единение. Я служу потому, что Его реальность для меня сегодня намного более существенна, чем все то видимое, что я вижу. Вы знаете, иногда после общения с Богом мне кажется, что все здесь не настоящее, а вот там, во святом святых, подлинное. И в послании к евреям говорится, чтобы мы с вами через кровь Иисуса Христа шли во святое святых небес. Нам сегодня не нужно искать святилище на земле. Очень много христиан бегают за Божьим присутствием по разным странам, по разным конференциям. То во Флориде там что-то загорелось, огонь какой-то. То там в Канзас-Сити что-то загорелось. То в Калифорнии там какое-то новое движение Божье. Вы знаете, я честно скажу, я рад. И я считаю, что церковь должна общаться друг с другом. Мы должны друг от друга перенимать все лучшее в служении, в прославлении и в миссии. Но если вы хотите переживать общение с Богом, вам не нужно лететь в Калифорнию. Вам не нужно куда-то ехать во Флориду. Вам не нужно ехать в Австралию. Вам не нужно даже в Москву ехать. Там, где вы находитесь, вы можете призвать Его имя, потому что Иисус Христос говорил, Царство Божие, оно где? В Москве? В Калифорнии? В Нью-Йорке? В Лондоне? А? Царство Божье внутри вас есть. Сегодня святое святых – это наше сердце. Туда приходит слава Божья сегодня. Поэтому притчи говорят, более всего хранимого храни что? Сердце. Ибо из него источники жизни. Вот оно святое. И если там есть реальность Бога, Его славы, Его жизни, можешь служить, ездить на конференциях, славить Его, заниматься миссией. А если этого нет, то все остальное – это медь звенящая и кимвал звучащий. И мы сегодня видим, как, увлекаясь внешними вещами, мы приходим к разочарованию, потому что при всем уважении к разным сферам христианской жизни и служения наш центр – это личное единение и общение с Ним. И вы знаете, я вот когда смотрю на вас, вот на молодежь, я хочу вам такую вещь сказать. Я вдруг, общаясь с молодыми людьми, начинаю замечать, что вы во многом понимаете современные реалии лучше, чем я. Я общаюсь с молодыми людьми, и они мне говорят многие там про YouTube, про интернет, про какие-то там инстаграмы, как вот можно развивать. Я вдруг понимаю, что я в чем-то еще уже мыслю какие-то всем по-старому. Вы во многом лучше понимаете, что происходит. Я абсолютно убежден, что вы можете использовать новые методы и в служении, новые методы и в евангелизациях, те, которые я не знаю. Но то, что я хочу передать молодым верующим нашей церкви, то, что я хочу передать вам, не методы, вы, может быть, в методах лучше меня сегодня разбираетесь, в каких-то современных реалиях лучше меня ориентируйтесь. Но то, что неизменно, на что не влияет ни культура, ни время, ничего, это единение человека с Богом. Вот это важно передавать из поколения в поколение. Методы меняются, инструменты меняются, а единение с Богом – это то, что неизменно. То, что было у Моисея, то, что было во времена Христа, во времена Павла, то, что сегодня происходит. Поэтому, драгоценные,
Сегодня есть такие фантастические возможности для проповеди Евангелия, которых не было еще даже лет 20 назад. Но имея фантастические возможности и суперсовременные инструменты, важно знать, а что ты хочешь передать через эти инструменты, чем ты хочешь поделиться. Потому что какой бы ни была красивой обертка, содержание это должно быть настоящим. Иначе это будет, как во времена Иисуса Христа, красивый храм, святилище, изощренное искусными мастерами выполненная завеса, а за которой пустота. И как дом Ветхого Завета, как Иисус сказал, «Все оставляю, дом ваш пуст», так и сегодня. Как бы круто мы все не организовывали, как бы фантастически мы все это не использовали, современные инструменты для служения, но за всем этим должен быть вот этот невидимый ковчег завета, где внутри себя твое сердце общается со всемогущим Господом. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Давайте сейчас, там, где вы сидите, закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за возможность, за привилегию говорить к этим молодым людям, к моим молодым братьям и сестрам во Христе Иисусе. И я прошу Тебя, Господи, благослови их. Я верю, что сегодня они имеют более эффективные, более фантастические возможности, чем когда-то мы имели в прошлом. У них есть новые инструменты, Господь. Но я прошу, Бог, чтобы внутри, в своем духе, в своем сердце, они знали того, о ком собираются проповедовать, кому собираются служить. Я молю, Бог, подними здесь, на Урале, в Свердловской, в Челябинской, в Тюменской, в Пермской, в Курганской, в Башкирии, к молодых служителей, проповедников, пасторов, евангелистов, учителей, левитов, которые бы славили Тебя, которые бы служили Тебе в разных сферах жизни, миссионеров, Господь. Подними новое поколение, подними, Боже, молодежь, которая бы горела для Тебя, которая, живя в новых реалиях и используя новые инструменты, внутри себя имела единение с вечным Богом, который вне времени, вне культуры, который был, есть и грядет. Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний, Господь. Благослови, мой Бог. Я молю, Боже, особенно за тех, кто чувствует себя опустошенным, кто, может быть, в чем-то разочаровался. Может быть, он пережил разочарование, что-то видя, что-то наблюдая, какие-то несовершенства вокруг себя или даже в своей жизни. Но, Боже, велика Твоя милость. Я прошу, коснись его сейчас. Коснись сердца, Господь. Сними всякое покрывало, потому что только Ты, Христос, можешь это покрывало снять. Я молю, мой Бог, коснись тех, для кого Библия перестала быть живым словом и превратилась в мертвую букву, потому что на сердце лежит покрывало, и они смотрят и не видят,
слушают и не разумеют. Сними покрывало, Господь. Это покрывало снимается только Христом. Покажи, мой Бог, что общение с Тобой, единение с Тобой, это не просто слова, это не просто истории от каких-то проповедников. Это то, что может пережить каждый алчущий и жаждущий, каждый чистый сердцем, каждый, кто взывает к Тебе. Благослови, Боже, коснись, Господь. Я молю, мой Бог, чтобы мы не ждали для этого какого-то особенного времени, но были открыты прямо сейчас. Потому что сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня у нас есть возможность из глубины своего духа воззвать к Тебе. И Ты услышишь, Господь. Благодаря крови Иисуса Христа мы можем идти во святое святых и получить исцеление, получить освежение и наполнение. Я молю, мой Бог, чтобы они пережили это не просто как мои слова, как свою личную внутреннюю реальность. Реальность, Господь. Когда мы попадаем в божественное измерение, в измерение, где Ты все во всем, то измерение, куда мы однажды уйдем, Господь, но уже здесь, на земле, мы можем переживать благодать этого грядущего мира. Мы можем переживать это внутри себя, в своем духе, в своем сердце, потому что это грядущее Божье Царство уже сегодня находится внутри нас, Господь. И я молю, мой Бог, чтобы мы раскрывались в себе, внутри, Бог, красоту этого Царства, жизнь этого Царства, любовь этого Царства. Коснись их, Господь. Ты для того и умер на Голгофском кресте, чтобы разорвать завесу и изобличить всякую пустоту, всякое лицемерие, всякую наигранность, всякий маскарад и дать нам настоящее. Нам не нужно играть. Мы можем иметь настоящее. Нам не нужно изображать. Нам не нужно одевать на себя покрывало. Мы можем снять всякую важность себя, всякую наигранность, всякий свой опыт. Потому что внутри мы просто дети. Дети, которые тянутся к Отцу. Дети, которые могут увидеть и войти в Царство Божье. Благослови, Господь, их. Коснись их, Дух Святой, сейчас. Я прошу Тебя, Бог, чтобы они не меня сейчас слушали, а они слышали Тебя, Бог. Я просто человек. Но я знаю, Боже, что та самая реальность, которая совершенно изменила мою жизнь несколько лет назад, эта же самая реальность может изменить любого из них. У тебя нет любимчиков, у тебя нет особых. Ты отвечаешь каждым ищущим, алчущим, жаждущим.
не страшащимся быть настоящими. И когда мы переживаем Тебя, тогда у нас приходит настоящее дерзновение. И это не дерзновение от наших успехов или денег, или наших талантов. Это дерзновение от единения человеческого Духа и Духа Святого. Потому что соединяющийся с Господом есть один Дух с Богом. Когда мы соединяемся, сливаемся с Тобой, Боже, приходит сверхъестественная уверенность, вера Божья, сверхъестественная смелость и дерзновение. Иисус, Ты переживал единение с Небесным Отцом. Это давало Тебе смелости зайти на Голгофский крест. Сверхъестественной смелости. Твои апостолы переживали единение внутри себя с Господом, поэтому не боялись идти на смерть, часто ужасную, мученическую смерть. Но у них была фантастическая, сверхъестественная смелость, дерзновение от единения с Тобой. Благодаря единению с Тобой Мартин Лютер не боялся выступать против сильных мира сего, защищая истины Священного Писания, потому что внутри соединялся с Тобой. Благодаря единению с Тобой Ян Гус не боялся взойти на костер и пел своему Христу, когда разжигали огонь, потому что у него была сверхъестественная смелость от познания единения с Господом. Когда мы едины с Тобой, Бог, мы можем сделать то, чего не может ни один, даже суперталантливый человек, суперсмелый человек, потому что Ты даешь нам сверхъестественные способности быть служителями не буквы, но Духа, ибо буква убивает, а Дух животворит. Я молю, Бог, наполняй нас этой жизнью Духа, смелостью Духа, дерзновением Духа. Поднимай церковь во славе, такой, какой Ты хочешь ее видеть, Господь. Основанной не просто на наших талантах или даже способностях, а основанной на контакте с Царем Царей и Богом Богов. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Я знаю, что Ты так любишь каждого в этом зале. Даже если, Господь, кто-то чувствует себя здесь одиноким или раздавленным, или разочарованным, Ты так любишь его. Я молю, мой Бог, дай ему почувствовать сейчас эту любовь. Сверхъестественную любовь, безусловную любовь. Любовь, которая покрывает все недостатки, все обиды, все горечи, все разочарования. Любовь, которая наполняет жизнью даже мертвую пустыню. Даже самое отчерствевшее сердце, оно может наполнить жизнью. Твоя любовь, Господи, наполни. Наполни Твоей любовью, Дух Святой. Чтобы, живя на земле, мы действовали из иного, сверхъестественного измерения, измерения Божьего Царства. Измерение, где мы соединяемся с источником жизни. И из нашего чрева начинают течь реки воды живой. Потому что мы едины с источником всего. Благослови, Господь. Возьми руку ближнего своего сейчас. Господь, я молю, поднимай это новое поколение.
молодое поколение, жаждущее поколение. Чтобы они могли пойти дальше, чем шли мы. Они могли сделать больше, чем сделали мы. И они могли послужить себе намного более эффективно, чем когда-то мы, Господь. Поднимай их, веди их дальше. Благослови, Господь, их. Чтобы они никогда не утеряли внутри себя этот ковчег завета.